вяжем шапочку на мальчика 4 года. Я использовала пряжу приблизительно 350-400 метров 100 граммах. Спицы номер 3 для вязания резинки основного полотна и 3,5 для вязания жаккарда, чтобы у нас жаккард не стягивал полотно. Я вязала жаккард при помощи наперстка для жаккарда. Обхват головы 51 сантиметр, глубина шапочки 19 сантиметров. Используя круговые спицы номер 3, набираем 112 петель обычным способом. Вяжем по кругу, используя метод Magic Loop. Первый ряд вяжем резинкой, 1 лицевая, 1 изнаночная. С 1 по 7 ряд вяжем резинкой, 1 лицевая, 1 изнаночная. Добавить маркер. 8 ряд. Чулочная гладь. Провязываем 14 лицевых петель. Добавить петлю из протяжки. Повторить 8 раз по кругу. Провязали 7 рядов лицевой гладью. Начинаем вязать жаккард при помощи наперстка для жаккарда. Смотрите по схеме. Седьмой ряд. Обрезаем зеленую нить, добавляем бежевую нить, провязываем ряд белой пряжей. Восьмой ряд. 1 лицевая бежевой нитью, 5 лицевых белой нитью. Повторить раппорт до конца ряда.
Как вязать жаккард без протяжек, смотрите по ссылке внизу на прямой трансляции. Провязали по схеме узор. Обрезали белую нить. Продолжаем вязать бежевой нитью. О всех тонкостях вязания жаккарда без протяжек при помощи наперстка для жаккарда смотрите по ссылке внизу в инфобоксе или подсказка в правом верхнем углу на канал вязания прямые трансляции. Там мы очень подробно в нескольких частях разбирали эту технику, как вязать. Меняем на спицы номер 3. Вяжем лицевую гладь бежевой ниткой. После узора провяжите еще 13 рядов. Всего 12 сантиметров от начала вязания. Делаем убавление макушки. Добавить маркер. Первый ряд провязываем 18 лицевых петель. Девятнадцатую с 20 петлей провязываем вместе с наклоном вправо. Вводим спицу слева направо и провязываем лицевой петлей. Добавить маркер. Повторить раппорт 6 раз. Провязываем 18 петель. Делаем убавку, 2 петли вместе, добавляем маркер. Вяжем методом Magic Loop. Второй ряд провязываем лицевой гладью. Третий ряд. Провязываем 17 лицевых петель. Восемнадцатую и девятнадцатую провязываем вместе, 2 вместе лицевой. Повторяем раппорт 6 раз. Прибавки делаем в первом, третьем, пятом, седьмом, девятом ряду.
с 12 по 23 ряд убавлять в каждом ряду. Обрезать нить при помощи трикотажной иглы, стянуть петли. Заправить концы нитей.